В 20 веке наша страна не раз показала всему миру, что умеет быстрыми темпами восстанавливаться после пережитых катастроф и стремительно наращивать производство. Как на дрожжах росли заводы, которые в свою очередь выпускали необходимую государству технику. Свободные средства сразу направлялись на развитие нужных стране отраслей. Если сверху поступал заказ, делали его максимально быстро и качественно. Именно так произошло в 50-х годах, когда возникла необходимость сделать небольшой и маневренный грузовик для сельского хозяйства грузоподъемностью в 1,5 тонны. За работу взялись специалисты Горьковского автозавода, и к 1958 году все было готово к запуску модели в серию. Назвали ее ГАЗ-56. Это был грузовик с колесной формулой 4х2, обладающий заказанной грузоподъемностью. Машина имела массу в 2 тонны, задний привод и расположенный спереди бензиновый двигатель. Этот мотор объемом в 2,5 литра выдавал мощность в 70 лошадей, трансмиссия механическая, четырехступенчатая, скорость хода по хорошей дороге у грузовика достигала 80 км в час. Для своих лет очень неплохо. В целом ГАЗ-56 даже для советского периода был довольно редкой техникой, а сейчас вы его и вовсе не найдете. Дело в том, что по сути это была экспериментальная версия, которую собирали в течение 4 лет, и в 1962 году выпуск модели прекратили, но свой след в истории грузовик оставил. О нем положительно отзывались те, кому довелось иметь с ГАЗ-56 дело. Выполнив свою миссию, грузовик уступил место новым моделям с индексом 52 и 53. Они унаследовали от 56-го некоторые узлы и агрегаты. Если вам все же довелось иметь дело с ГАЗ-56, расскажите об этом в комментариях.